Четыре заседания постоянной комиссии позади. Сегодня главная сессия городского маслихата. Отчет о проделанной с начала года работе представляет руководство МПС. Цифры и факты депутатов не вдохновляют. Желаемого эффекта перед народными избранниками местной полицейской службы достичь не удалось. Впрочем, руководитель МПС на это и не рассчитывал. С недочетами шеф местной полиции Даниар Мирхан соглашается и обещает все исправить. Да, у нас есть пробелы. Мы о них прекрасно знаем и не скрываем этого. Постараемся устранить их в кратчайшие сроки. Серьезное нарекание также получили представители отдела автодорог и пассажирского транспорта. Ежегодно на ремонт и строительство автомобильных дорог и тротуаров из казны выделяются миллиарды. Только толку от этого мало. О плохом качестве используемых материалов для дорожного покрытия говорят сегодня не только обычные водители, но и депутаты. По городским дорогам приходится ездить всем, независимо от ранга. Результат ежегодных вкатываний в асфальт народных денег не поддается никакому здравому смыслу. Возмущаются на сессии депутаты и требует ответа за такую халтуру. Необходимо наладить работу по подготовке проектно-сметной документации, так как стоимость асфальта на заводе гораздо выше, чем сумма, указанная в проектно-сметной документации. Отделы, получившие неудовлетворительные оценки, на неочередной сессии городского маслихата должны будут предоставить новый отчет через 6 месяцев. Бахром Абдуллаев, Марат Давлетов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании ОТРАР.